Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Сейчас на странице 48 мы выполним задание под номером 2. Покажи стрелками доходы и расходы семьи. Прежде чем мы выполним это задание, давайте вспомним, что такое доходы семьи. Доходы семьи – это те деньги, которые зарабатывают и получают члены семьи. Что мы отнесем к доходам? Это зарплата папы, стипендия сына, пенсия дедушки, пенсия бабушки, зарплата мамы. Ни одна семья не может жить и без расходов. Что такое расходы? Расходы – это все деньги, которые тратятся на покупку различных товаров и услуг, например, на питание, на покупку одежды и многое-многое другое. Что мы отнесем к расходам? Покупка лекарств – расход, покупка продуктов, покупка компьютера, оплата счета за телефон, посещение цирка, покупка куклы для дочери, ремонт автомобиля. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.